Всем привет! Продолжаем рассказывать о событиях, которыми поделились знаменитости в своих инстаграмах. Где и по какому поводу собрались многие участники «Фабрики звезд» и кто скоро выходит замуж. Об этом и других лучших моментах в сегодняшнем ролике. Помнится, нам очень вы любили тему про бывших участников «Фабрики звезд». Мы сделали много выпусков про всех фабрикантов. Если кто не видел, то ссылка на плейлист будет в описании. Так вот, на этой неделе они собрались у Андрея Малахова в студии сегодня вечером по поводу 15-летия со дня выхода первой «Фабрики звезд». В своих инстаграмах участники выложили множество фотографий друг с другом. На этом фото на Андрея Малахова смотрит Елена Темникова и нежно обнимает котенка Никиту Малинина. А здесь уже Малахов обнимает Юлию Михальчик. Юлия Михальчик и Никита Малинин. Никита Малинин с Алексой. Оказывается, у них день рождения в один день, 4 сентября. У Михаила Гребенщикова несколько селфи с друзьями-фабрикантами. Как вам его новое лицо? Смотрели передачу, где ему сделали пластику? На этом фото Согдиана, Дмитрий Колдун и Алексей Хворостян. А здесь Согдиана с незаменимой ведущей Яной Чуриковой. Так, на этом фото селфи Согдианы с Зацепиным, Джокером, Паршутой и Пьехой. Антон Зацепин тоже с Яной Чуриковой. Леся Ярославская с Линой Арифуллиной. Елена Кукарская с Юлианой Карауловой. В общем, нам кажется, передача обещает быть интересной. Так что в 21:20 включайте телевизор. А мы еще раз напомним, что мы рассказывали в своих выпусках про каждого из фабрикантов, про всех 119 человек. Так что смотрите их передачи в наших роликах. Может, что-то в их жизни уже изменилось или мы недорассказывали. В общем, сегодня не будем сильно вас отвлекать. Сейчас быстро пробежимся по темам «Красота», «Отдых», «Дети» и «По домам». Настасья Самбурская трудится в спортзале. И да, она все-таки не лысая, но мы так и думали. И Ксения Собчак приводит себя в форму. Красивая Рита Дакота на Бали или Бали. Вот смотрите, в русском словаре Бали, а сами индонезийцы говорят Бали. Да какая разница, главное, остров сказочный. Маша Вебер на всеми любимом острове. Красота! Кто хочет сейчас там оказаться, ставим лайк. Да-да, друзья, поддержите наши видео лайками, а то мы напоминаем всегда в конце ролика, может, не все досматривают до конца. Нам очень приятно видеть ваши оценки и комментарии. А вот на каком острове теперь отдыхают молодожены-путешественники Топольницкая и Чехов, будете угадывать. Ну и еще пару новостей. Пелагея 21 января родила дочь, которую назвали Таисией. Нюшу фанаты поздравляют с предстоящей свадьбой. В своем инстаграме она разместила фото с подписью «Невеста я». Спасибо за подсказку нашей зрительнице Лене Грейрей. В прошлом ролике нашей загадкой была Виктория Дайнеко. Вы хорошо справились. А сегодня угадайте, кто это? Ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи!